Правоохранители должны проверить деятельность Петра Порошенко во время его пребывания на посту президента Украины. Как передают СМИ, такое мнение озвучил политолог и политтехнолог Алексей Якубин в эфире телеканала ЗИК. По его словам, причиной этого должно стать попадание экс-президента на третью строку рейтинга Forbes. Правоохранители должны провести расследование и выяснить, как Порошенко во время работы на государственной должности вошел в первую тройку самых богатых людей страны, отметил эксперт. Он подчеркнул, что богатство пятого президента должны обратить внимание СБУ и НАБУ. Не стоит забывать, что в нашей стране, согласно действующему законодательству, власть удалена от бизнеса. Соответственно, сочетание власти и бизнеса является преступлением, заявил политолог. Напомним ранее, экс-президент Украины Петро Порошенко также задекларировал доходы за прошлый год. Сумма составила 772 миллиона гривен, сообщает его пресс-служба. Вместе с тем, экс-президент заплатил почти 188 миллионов гривен налога. Отмечается, что основная часть его дохода, это около 606 миллионов гривен, составили дивиденды. Не выплачивались с 2014 года, и накопленная сумма была получена политиком лишь в 2018-начале 2019 с целью финансирования его предвыборной кампании.